Добрый день. Сегодня вот 3 мая, и следуя указаниям Николая Федоровича, мы начинаем обрезку или укорачивание наших саженцев. После заморозка и после коллапса снежного 21-22 апреля наши саженцы вот в таком вот состоянии. Что мы делаем? Мы аккуратненько разгребаем навозную кучу. Аккуратно. Главное аккуратно разгребать, потому что внизу есть уже почечки, которые пошли в рост. Разгребаем до самой спайки. И на расстоянии 15-20 сантиметров от спайки обрезаем сам саженец. И наблюдаем параллельно. У нас вот есть сохранившиеся глазки. Вот он. Вот. Вот. И вот. И мы на уровне 20 сантиметров обрезаем саженец. И сразу промазываем его гудрон-дипином. Все, держи. Пошли к следующим саженцам. У разных саженцев, конечно, навозная куча по-разному получилась, но здесь вот хорошая. Здесь сантиметров 25, наверное, от корня. Давай разгребаем. Аккуратно. Главное, самый основной момент, главное аккуратно разгрести, потому что можем сорвать почки. Так, здесь что мы наблюдаем? Вот прекрасно развитая почка, сохранившаяся. Вот она. И наверняка внизу тоже что-то есть. Так, и вот есть еще одна почечка здесь с этой стороны. Что мы берем вот отсюда, обрезаем ее. Я ваш. Аккуратно. И промазываем сразу. Еще поставим. Все, прекрасно. И думаем, у нас все получится. Потому что есть на некоторых саженцах даже, где спящие почки пошли в рост даже. Так, здесь мы особо каких-то хорошо развитых почек не наблюдаем. Вон, внизу. Но надеемся, что снизу пойдут новые. Нет, это уже оставим.